Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, это Dead by Daylight. Вообще, я сегодня хотел поиграть за свинку, но похоже, что баланс игроков сейчас устроен так, что за маньяка игру ищет, там, не ищет вообще, за 2 минуты даже не нашла. А за выжившего 10 секунд и все, матч найден. Значит так. Значит, будем играть пока что за выживших. Они у меня совершенно не раскачаны. Поэтому будет, конечно, непривычно. А кто там? Надо отсюда уходить. По добру, по здорову. Я за выживших играл мало. Вот. Но я примерно понимаю, что... Я сплю. А, это Фредди. Давай, давай. Плохо дело, он за нами идет. Его же не видно, когда ты спишь, правильно? Ну-ка, давай вылечимся. Или видно? Погоди, сейчас как он сейчас устроен, этот Фредди? Ну вот, я сплю. Ля-ля-ля. Вообще, конечно, проснуться бы надо. Или пусть она меня разбудит. Давай, разбуди меня. Во. Сейчас мы ему помогать будем. Во, поехали. Я подстрахую. Во-во-во-во. Надо эти чинить. Я их что-то вообще не вижу. Вон, давайте я пока их буду чинить. Они пусть идут помогать, а то мы так и будем бегать. Туда-сюда, правильно? Пусть третий помогает. На крюке он. А-а-а. Кстати, непонятно, по какой схеме теперь ты засыпаешь вообще. А во сне будить нельзя, да? А, все. Нет, не все. Так, будить нельзя, правильно? Нельзя.
надо поднимать. Его же поменяли, Фредди этого, теперь уже не совсем понятно. Я помню, как я за него играл, но он был слабоват. Он был слабоват. А сейчас он, я так понимаю, получше стал. Ну, вроде как, не знаю, не играл. Где эти? Пусть она его... Иди выручай. Пусть она его выручает. А, все, он борется, да? Ой. Ля-ля-ля, слушайте, надо как-то помогать ему. Я не успею, наверное, да? Я, наверное, не успею. Не, не успею. Да, пока я бегал, не успел. Я с этими холмами всегда путаюсь. Это печально. Нас меньше стало, это плохо. А чё ж эти-то не помогли? Пока я бегал от Фредди, они могли бы его спасти спокойно. Ну чё-то это... Ну вот, упала ещё одна. Ну не, я должен доделывать хотя бы. А, он далеко её несёт, да? Это мой шанс доделать. Она борется. Так, а просыпаться вот там, да? А, она спрыгнула, что? Ух ты, ёлки. Ну вот теперь меня поймали. Крепкий орешек не сильно помог. А чё ж они не заводят-то? Могли бы давно уже завести. Они сюда идут, да? Так, я им сейчас посигналю. Все, идут. И главное, тут еще находится этот. Нам один остался.
Да, вообще непонятно, как засыпаешь. Раньше надо было... О. А раньше надо было именно подойти к выжившему и наколдовать. Это сон. А сейчас там то ли ловушки какие-то, то ли ты наступил куда-то не туда и заснул. Не поймешь, пока не поигра... Ага. Надо доделывать. Тем не менее, вот сейчас я играю, Фредди не кажется каким-то жестким прям. А, все? Да. Я сплю. Почему, непонятно. А что сделать, чтобы проснуться? Вообще, как правило, надо какие-то ошибки делать. Вот там вот, по-моему, там какой-то значок, вот там надо что-то сделать. Не знаю, успею я, не успею. Сейчас надо уже каждому отдельно убегать. Сейчас возвращаться смысла нет. А, он идет, все, я уже не это... Уже как бы все, то есть он мне путь перекрыл. Надеюсь, что она тоже убежит. Идеальный побег, получено достижение. Так, а сколько всего очков крови у нас? Угу. Ну, неплохо, нормально. Тысяч. О, я даже больше всех собрал. Прикольно. Жалко, одного спасти не смогли. Так, а по поводу... Я могу же понаблюдать, да? А, двух спасти не смогли. Чего она делает-то? Она выход ищет. Ей пора бы поторапливаться. А не ерундой страдать. По-моему, нашла. Нет, все, ей конец. Давайте понаблюдаем за ней. Сможет она? Да, все. Или не все. Смотря где. Ее сейчас проткнет сущность. Ей надо этот выход срочно. А, все, до свидания. Ей уже ничто не поможет. Увы, но выжил только я один. Даже если она сорвется. Или он ее отпустит? Он ее отпускает? Интересно. А чё ж он ее не это? На крюк не повесил. Странно. Хм. Ну, допустим, ладно. Ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.